Сегодня в Красноярском центре стандартизации и метрологии проверили качество и безопасность школьной формы. Эксперты исследовали 5 сарафанов российского производства, которые купили в магазинах города. Специалисты оценили их внешний вид и качество, а также состав материала. В лабораторных условиях школьную форму проверили на токсичность, устойчивость окраски и способность впитывать влагу. В результате 2 сарафана из 5 не прошли экспертизу, поскольку их ткани содержат токсические вещества, опасные для здоровья. Меньше всего претензий оказалось к образцу красноярской швейной фабрики. Специалисты советуют покупать школьную форму удобного покроя из натуральных материалов. По результатам рейтинговой оценки установлено, из 5 образцов сарафанов детских для девочек 2 образца не соответствуют по биологическим показателям безопасности, а именно по индексу токсичности. Также один образец не отошел по устойчивости к поту. Эти образцы были сняты с рейтинговой оценки. Детский сарафан рекомендуется приобретать, чтобы в составе был хлопок, лен, это для весны, осени. Для зимнего времени рекомендуется, чтобы было шерсть и кашемир.